Служба поддержки пациентов функционирует во всех медицинских организациях Республики Казахстан. Наша поликлиника тому не исключение. Основная цель службы поддержки пациентов – это улучшить качество оказания медицинских услуг путем проведения анкетирования, анализ обращений пациентов. Если пациент столкнулся со стороны грубости медицинского персонала, несоблюдением этики, он может обратиться в службу поддержки пациентов. Также по вопросам лекарственного обеспечения, по услугам в рамках ГУБМП и ОСМС, какие услуги оказываются, какие не оказываются, также пациент может в этом случае обратиться к нам. Также пациенты могут обратиться, если они столкнулись с некачественным лечением, пациент не удовлетворен лечением, он обращается в службу поддержки пациента. Служба поддержки пациентов разрешает данный вопрос в течение 3 дней с проведением внутренней экспертизы. Алгоритм обращения пациента, он может быть как и онлайн, так и офлайн. В случае офлайн